Иван-чай, капорский чай, напиток весьма приятный на вкус и цвет, имеющий мощный оздоровительный эффект. Еще на Руси употребляли настой из иван-чая как напиток и лекарство от различных хворей. Это невзрачная на вид травка по лечебному воздействию и оздоравливающим свойствам, учитывая неповторимое химическое содержание, многократно превосходит даже морскую капусту. Иван-чай. Так выглядят листья и цветы иван-чая. Иван-чай – это многолетнее растение, которое дает обильный цвет. В высоту оно может достигать 1,5 метра. Соцветия имеют вид кисточек, представлены они мелкими цветами различного окраса, розовыми, белыми, красными и фиолетовыми. Корневая система развита хорошо. Цветет иван-чай с мая и до конца лета. Семена зреют в августе. Вместе с пухом они вылетают из коробочки и распространяются на несколько километров. Если в это время пройти мимо зарослей иван-чая, можно подумать, что над полем распороли множество перин. Одно растение способно давать до 20 тысяч семян. Они крайне летучие. Семя, попавшее в почву, может сохраняться в нем несколько лет, дожидаясь подходящих условий для прорастания. Европа очень быстро оценила достоинство этого чая за его неповторимое содержание. В нем имеется в 3,5 раза больше витамина С, чем в лимоне. В 100 граммах листьев его содержание доходит до 200-400 миллиграммов. Богат иван-чай витаминами группов, которые сохраняются в нем даже после заваривания. Кроме этого имеются дубильные вещества, до 20%, большое количество флавоноидов, слизи и пектинов. Поэтому он еще является мощным антисептическим и противовоспалительным средством. По этим характеристикам он превосходит многие лечебные травы. Полезные свойства иван-чая. Вкус иван-чая отличается приятными и ароматными чертами, приводит организм в тонус, ободряет и прибавляет жизненные силы. Он воздействует оздоравливающе на весь организм в целом. В жару нет лучшего средства, чтобы утолить жажду независимо от температуры напитка. Основное, что делает этот напиток наиболее востребованным, особенно для людей, ведущих здоровый образ жизни, он по составу отличается от различных кофеиносодержащих напитков и черного чая. Иван-чай для мужчин безусловно, целебные свойства растения помогают всем, мужчинам, женщинам, детям, но, обладая способностью излечивать простатит и аденому простаты, иван-чай заслужил безоговорочное доверие со стороны мужчин. Иван-чай для женщин – это непревзойденное средство для лечения цистита, молочницы и других заболеваний мочеполовой системы у женщин. Лечебные свойства иван-чая. При постоянном применении капорский чай используется в общем и профилактическом лечении следующих заболеваний: малокровия, анемия, гастрит, язвенные образования в луковице двенадцатиперстной кишки и желудка, энтероколиты, колиты, нарушения в желчевыводящей системе, панкреатит, воспалительные болезни системы мочевыделения у мужчин, аденома предстательной железы или простатит, бесплодие, независимо от пола, слишком высокое артериальное давление различного генеза, мочекаменные болезни, в том числе и очаги воспаления в мочевом пузыре и почках, изменения в респираторной системе и лор-органов, трахеиты, фарингиты, бронхиты, гаймориты, туберкулез легких. Таким образом, положительный эффект от употребления настоев и отваров обусловлено такими качествами кипрея, как отхаркивающая, противовоспалительная, снижающая жар, патология селезенки, дерматология, герпес, обменно-воспалительные заболевания кожи. Как заваривать иван-чай правильно? Иван-чай, как бы ни был хорош капорский чай, все же вкус, запах и цвет напитка во многом обусловливаются качеством воды. Кто хоть однажды пил чай на родниковой или талой воде, никогда не забудут этот вкус. В сутки на одного человека в идеале должно приходиться 5-8 граммов иван-чая, это 2 столовые ложки высушенной заварки. Из него получается 4-5 чашек концентрированного напитка. Заварку можно заваривать несколько раз, но обратите внимание, что концентрация полезных свойств и вкусовые качества будут уменьшаться. Правильное заваривание листьев иван-чая является одним из 2 главных составляющих, которые обеспечивают сохранность всех лечебных свойств. Применение иван-чая. Целебные настои и отвары обладают противовоспалительным, антибактериальным, вяжущим, патогонным и обволакивающим действием. Иван-чай оказывает выраженное седативное действие на организм. По механизму действия и терапевтическому эффекту настой этого растения близок к действию валерьяны лекарственной. Применяется при неврозах, повышенной возбудимости, агрессии, бессоннице, частых ночных пробуждениях, ощущении тревоги и резком перепаде настроения. Водный настой используют в качестве обезболивающего средства при головных болях, в качестве обволакивающего средства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
язва, колит, гастрит, дисбактериоз и так далее. Противовоспалительное действие иван-чая с успехом применяется при лечении заболеваний мочеполовой системы, в том числе хронического и острого цистита и воспаления мочевыводящих путей. Для мужчин применение лекарственных настоев поможет справиться с хроническим простатитом и аденомой предстательной железы. Противопоказания: к применению противопоказано растение при аллергии и индивидуальной непереносимости. Не рекомендуется принимать напиток больше 2 недель для лечения. Сведений, что напиток вреден при беременности, нет. Поэтому, если вы решите пить настой из иван-чая при беременности, проконсультируйтесь с врачом. На этом все, до скорой встречи, подписывайтесь на мой канал.